И всем привет, дорогие друзья, и с вами я, Эндермен, и сегодня будем играть в Бравл Старс. Мы продолжаем играть, но как вы видите, у меня уже 7к кубасов, мне еще буквально несколько даем. Я в этом видео решаю шапнуть этого мота, да, хотя бы 15 ранга, я не знаю, еще вот, и вот, и потом, ну... И потом закончим это. Ну что ж, не будем задерживаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я начинаю. Бо и как. Майнкрафт на меня нападает. Нет. Нет. Только не ты. Бо. Лищ, это моя была банка. А, не-не-не-не-не, это ладно, это когда будет как бабанка. О, ну что-то как не захотел убивать. Спасибо за банку. Уже 6-е место. Я уже потихоньку себя чувствую профессионалом дома. Я чувствую, конечно, дамаг-то себя профессионал. Не очень чувствую. Блин, все-таки чувствую. Не-не-не, вот сейчас уже не чувствую немного. Давай. Бум убивает вот это вот культя. Как мне теперь с бумом спать? А, он еще побежит надо вот туда. Я уже научился замолтагать. Потому что он выпадал на каком-то карте. Забыл. Давай смотрим. Все, пока что надо. Кстати, да, мне. Если вы заметили, то мне вчера выпал мохтар. Я, конечно, не удивился, но все-таки. Не-не-не-не, то вот только нет, да? Я или Милан. Ну, Милан, он интересно знает, то, что я тут. Нет, только не Милан какой-то. Ты тупо, если меня убьют. Очень тупо. Тут меня еще нет. О, а мы просто обошлись сторонами. Ну, конечно, да. Я сейчас не хочу ни на кого лезть, потому что у меня ноль бан. Конечно, опасно. А, ну там все сами решат с этим делами. Вот на эту вот биару, ну такая вот. Блин, биару можно, напасть на биару можно. О, биару, у тебя нету выбора, есть только на меня нападать. Мистер Пи, он сейчас с мистером Пи не связывается. Да. Ну! Нет! Нет! Было так тупо. Блин. Ну ладно, хотя бы же. У нас там место третье. Да. Ё-моё. Что тебе надо? Ну, он мой дом поможет. Что ж, все-таки. Пускай помогает, оба и нет. Я, конечно, надеюсь, он мне не сольет, потому что я, конечно, планировал в одиночное ШД поиграть, а не в парное. Ну ладно, давай, 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 убивай. О, вот это у нас халява банок. Еще плюс, еще минус. О, Сани заснул. Ну вот, так бывает. Игроки, которые играют за Сэнди, они тоже засыпают.
Прям в бою. Да, так некоторые могут заспать бой. Как Сэнди. Ай, там Джин. Вот так вам, Джин. Давай, давай, давай. И, сжимаем. Побежали за ними. Они сбежали. Нет, они сбежали. А, они могут нас притянуть. Ну, там можно нас притянуть. Так, смотри, как же ты там наш притянул. Вот так вот. Притянешь, надо было. Нет. Скобочка, конечно. Давай. Нет. Нет, у вас не получится ничего со мной сделать. Давай. Фух. Выиграли. Это было легко. Да, вначале легко, а в конце. Не знаю, что-то будет. Что-то не то. Вот, там было гениальное число. 7, 7, 7, 7. Да, самое красивое число, когда мне остается. Что, Дэнди, 200 кубасов. 200 кубасов. Хотя, конечно, для некоторых это просто какая-то мелочь, потому что у них там самих, наверное, 2К. Наверное. Так, сейчас самое главное не ходить. Мы очень много сольем. Мы почти 20-й ранг. Так, надо вот тут вот бегать. Так, что мы справимся? Так, идет. Прям на эту тему. Но лучше бы я не шел на эту тему, потому что опасно слишком тема все-таки. Все-таки опасно. Что тут посидеть? Я, конечно, буду красить. Поэтому. Вот мне иногда кажется. Как можно чекать кусты мотом? Напишите в комменты, как вы чекаете кусты морозом. Или вы просто заходите, вот как я. Или так чекаете. Ну, напишите свой вариант. Как вы это делаете. И есть ли у вас вообще морозом? Он, конечно, не у всех висит, потому что не фиг. Я понимаю, он не у всех висит, но у меня он все-таки появится. Вчера, если мы сейчас зажму. Тет-тет-тет-тет. Иди уже сражайся, он стенет, и чего там. О, вообще шикарно, сейчас побьют. Нет, не будет меня сейчас побьют. Вау, две банки роза? Чего? Две банки. Нет. 14 хп. Блин. Ну ладно. Вообще 10-й ранг. Ну так. Сколько там? Только 49 минут до оборонки. Ну и, конечно, для захода кристаллов обновление скоро будет. Угу. Так, то, что у меня скоро. Будет, конечно. Там тоже немного поиграем. А рядом. Конечно, это этот пулык, но его так-то зовут Олег. Говорили, его зовут Олег. А скрыв питание мира. Пулык, на самом деле, не зовут. А, не этот пул. А, Олег. Вау. Конечно же, это не какая-то топ. И топ-тима. Нет. Я вам всегда говорю, не иди на таких танков. Даже если у них мало хп, так они же могут на кого-нибудь угол спрятаться, отхиляться, потом тебя убить. Шелли. Это Шелли все может. Вы можете просто
посмотреть мой видос. Там просто Шелли все может. Если вы его посмотрите, то вы уже поймете, какой я король-то. Да, именно король. Какой там нубас? А просто король. Это было что-то слишком легко. Я даже вдохнуть не успел. Надо теперь как-нибудь их обойти. Ладно, я попробую. Тогда просто убить не надо. Нет, спасибо, благодарю, надо спасибо. Надо бежать, надо бежать, надо бежать. Бежать и уворачиваться. Все одновременно. Нет. Нет, нет. Я одну секунду не мог подержаться. Ах. Хотя ладно, это было бы невозможно. Макс. Я не хочу быть там. Так. Это видно, серия получится долго-долго. И за эту серию я выбью одного бойца. Это Эмс. Что там такое у вас? Не-не-не-не-не-не. Да я только одну банку добыл. Не честно, я целую гору банок не ушла. А, ну это типа тот самый лайфхак, что можно быстренько типа забрать банку и замотать. И уйти просто. Такой. Ладно, что я это не буду показывать. Там Джесси, не иди. Там Джесси, это стрельная банка. А сюда. Нет, ставь пушку. Ничего себе. Ты что было? Чупурили было. Блин, а я уже боюсь, что я сейчас сольюсь. Мам, я же замотаю, блядь. Конечно, не очень удобно, когда ты замокнешься. Ты мангаешь. Надеюсь, меня сейчас не лагает. Ничего, тебя там сожрало все банки. Чем им ее есть столько гемов, если она и так сильная? Да. И как же нам победить эту? Хотя ладно, там есть команда, все-таки надо где-нибудь тут посидеть. Я не знаю. Как там уничтожать ту команду? Они, наверное, за нас сейчас примутся. Я так и знаю, что они. Ну да, сначала самое легкое, а потом самое сложное. Я думаю, всегда наоборот. Вообще. Я уже почти сотку набрал. Вот это, конечно, помощь. Лагучая помощь.
Ума, ничего себе. Конечно, битва. Иди сюда, зяблик. А, тот самый дерево, тот самый бас. Ты подох от пухи. Да, это было очень тупо, когда он подох от нашей пухи. Очень тупо, это было просто так красиво. Давай, ставь пушку. Тёмон, да не видишь ты туда. Давай, стреляй. Это наш шанс, чтобы победить. Хотя какой еще шанс? Нет никаких уже шансов. Хотя... Да? Чего? Как? Как он меня убил с первого удара? Как? Десятый раз. Ну, наконец-то. Твоему душу это никогда уже не... Десятый ранг. Только 200 кубасов. Мне надо еще 300 это... А, мне надо еще 200... То есть мне надо 300-400, по-моему, понять. Ой, 340. Ну, мне это придется на несколько частей уже отвести. Ну, ладно, на несколько частей. Так, на несколько. Ну, да, будет на несколько частей. Части из частей. Сколько частей? Так, 8 битв. Нет, нет, не трогай их. Не трогай. Бить нельзя. А, ну, наверное, понял. Что это значит? А, это пони! Пони! Как там с ними справиться? Давайте их. И мне нужен только симинг. Да ладно, какой еще симинг? Хотя, блин, надо сматываться. Когда сматываться, то мы не знаем. Ладно, я, конечно, такого не планировал, типа, перед смертью моей. Но, блин. Охота это слишком долго так набивать. Ну да, набью-ка я это один сундук, ну, я не знаю. Ну, это когда будет то, да, две части. Разделено. Уже даже лагает. А, ну ладно, ничего, лагает так лагает. Я все-таки играю с лагами, я уже привык. Ну, даже когда лагают, иногда даже приятно. Ну, уже быстро как бы... Когда ты просто вот так вот, типа, застыл, такой, и ты, типа, подождёшь, зато ты просто со скоростью света бежишь. Вот это ты будешь кого-то уничтожить сразу. О, это ещё будет. Причём тупо эти уничтожить. Ну, тоже лагает. А может мне... Я не знаю, будет тупо, наверное. Да, тупо, тупо, тупо. Ты видишь? Так. С 8 банками. Да как они это делают? Мне так кажется, у меня есть тактан такой. Надо просто сначала добыть... Это хотя бы одну банку и просто нападать на какую-нибудь команду и там забрать, и потом еще напасть, и еще. Так, это всегда надо все делать, конечно, быстро, но аккуратно, потому что бывает. И у которых там куча банок. Так, вон. Ай, блин. Ее уже болит. Надеюсь, убьют того фрага. Нет, они наоборот на нас хотят. Как можно такого
сделали не того. Опа-па-па. Так, ну теперь они должны знать, то, что мы тут. 10 и 16 банок. Вы видали это просто. Тот тащит. Фух. Ну ладно, на этом мы заканчиваем нашу первую часть. Ждите продолжений. С вами был я, Эндермен. И всем пока, покеда.